Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поговорить с вами на тему купальников для размера плюс сайз. Если вам интересна эта тема, то смотрите это видео до конца. Итак, если вы думали, что дизайнеры уделяют большое внимание только купальникам для худеньких девочек, то это ошибка. Дизайнеры точно так же продумывают купальники для разных фигур, и размер плюс сайз — это не исключение. Дизайнеры в этом сезоне предлагают таким девушкам выбирать купальники черного, бордового, либо же синего цвета, либо же шоколадного цвета. Такие оттенки помогут визуально вам маскировать ваши дефекты на фигуре. Есть очень много различных способов скрыть свои недостатки на теле с помощью различных видов купальников. Например, один из таких видов — это может быть танкини. Это такой купальник, который состоит из плавок и маечки. Это идет маечка в виде топика. При этом она может быть немножко трапециевидной формы, чтобы она не облегала фигуру. Тем самым она не будет подчеркивать какие-то складки в области талии. Это очень-очень удобно, я вам могу сказать. Потому что у меня у самой есть определенные дефекты на фигуре, и вот такие вот дефекты с помощью такой маечки можно будет очень даже удачно скрыть. Также вы можете выбирать купальники с вертикальными рисунками, но при этом не обязательно, чтобы полоска была только вертикальна, она может быть и хаотична. Очень красиво и выигрышно смотрятся полоски цветные на черном купальнике. Это будет очень модно, стильно и на пике. Если вы выбираете черный сплошной купальник, в купальнике могут быть какие-то сеточки в области талии, либо же в области декольте. Если у вас есть дефекты на фигуре, купальники с юбочкой очень помогут вам с этим справиться. Вы можете закрыть и прикрыть все нежелательные участки своего тела. Юбочка может слегка прикрывать бедра, либо же вообще может доходить до колена. Если вы хотите, чтобы купальник освежал, омоложал вас, то выбирайте купальник таким цветом: розовым, коралловый, фисташковый, лимонный, фиолетовый. Это будет освежать и омоложать вас. В общем, в этом сезоне очень большой, богатый выбор купальников. Я думаю, то, что каждая из вас может найти именно тот купальник, который подойдет именно вам. На то, что вам понравилась эта информация, вам понравилась подборка на это видео. Всем вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока!